Значит, я сержант украинской армии. Хочу сказать вам следующее. Сегодня в новостях показали, что в Новоозерном нас захватили, отключили воду, наши дети не ходят в школу и так далее. То есть всякие провокации со стороны, скажем так, майдановцев. Вот. Я вам ответственно заявляю, что ничего этого нет на самом деле. Не верьте СМИ, не верьте в частности Пятому каналу и всем остальным националистическим каналам. Это делается специально для того, чтобы рассорить наш народ. Никаких действий со стороны русских воинов, то есть, ну что говорят, что нас там не выпускают, дискриминируют население, которое разговаривает украинскую мову и так далее, то есть такого нет. Это все бред. То есть вот эти интервью, которые показывают, это вообще, скажем так, люди нанятые, и говорят они все это специально. Никто нас не держит в воинских частях. Мы дежурное подразделение, здесь находимся на боевом дежурстве. То есть люди, которые не находятся на боевом дежурстве, они имеют свободный выход домой. То есть они могут спокойно сходить домой, никто их не останавливает, нигде не задерживает. То, что говорят, что бьют население, которое разговаривает на украинском языке, скажу вам так, в Крыму на украинском языке почти никто не разговаривал. Вот. В общем, не верьте, люди, и не смотрите телевизор.